Уважаемые первомайцы и гости города, мы приветствуем вас на нашей гостеприимной первомайской земле. Сегодня для жителей два замечательных праздника, слившихся в один – День города и День машиностроителя. Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей малой родиной. Это трудолюбивые и влюбленные в свой город люди, благодаря которым Первомайск с каждым днем становится более красивым, современным, благоустроенным и процветающим. С днем рождения, любимый город! На сегодняшнем торжестве присутствуют депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Павлович Шкилев, начальник отдела машиностроения и металлургии Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Михайлович Виноградов. Главе местного самоуправления Первомайского муниципального района Елене Анатольевне Лебедновой. Уважаемые первомайцы и гости нашего праздника, от всей души поздравляю вас с днем рождения города. Первомайском нельзя не гордиться его славной историей, добрыми традициями, достижениями. С каждым годом наш город взрослеет и хорошеет. Меняется его облик, строятся дома, дороги, детские сады, благоустраиваются улицы. Сегодня каждому жителю хочется сказать слова благодарности за тот вклад, который они вносят в общее дело, развитие и процветание города. Пусть этот день станет земным поклоном тем, кто живет, кто трудится на родной земле. Первомайск называют городом машиностроителей. Судьба каждой семьи у нас связана с градообразующим предприятием, открытым акционерным обществом «Транспневматика». Славные трудовые династии вписывают свои страницы в его историю. Сегодня мы поздравляем с днем машиностроителя заводчан, ветеранов отрасли и тех, кто только принимает эстафету поколений и начинает здесь свою трудовую биографию. На протяжении многих лет «Транспневматика» занимает лидирующие позиции среди промышленных предприятий региона и машиностроительной отрасли. Поэтому работать здесь – это престижно. Это значит быть уверенным в завтрашнем дне. Я поздравляю с праздником маленьких первомайцев. Это ваш город. Любите, берегите его. Мы делаем все, чтобы ваше детство было здоровым, счастливым и радостным. От имени администрации района желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых достижений, мира и добра всем. Городу-району светлого и большого будущего. С праздником! Уважаемые первомайцы, в ваш адрес поступила правительственная телеграмма от губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева. Уважаемые первомайцы, сердечно поздравляю вас с 59-й годовщиной со дня образования города. Этот праздник – замечательный повод признаться в любви к своему краю, имеющему давнюю историю, богатые духовные и культурные традиции. Благодаря самоотверженному труду многих поколений жителей, сегодня район имеет высокоразвитую промышленность, эффективно действующие сельскохозяйственные предприятия, современную инфраструктуру. Отрадно, что вы бережно храните бесценное наследие предков, стремитесь работать так,
чтобы приносить пользу обществу, укреплять благополучие малой Родины. От души желаю всем доброго здоровья, семейного счастья, хорошего настроения и успехов в любых начинаниях во имя процветания нашей Нижегородской области. С уважением, губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. Почетными дипломы губернатора Нижегородской области вручает глава местного самоуправления Первомайского муниципального района Елена Анатольевна Лебеднова. Почетный диплом губернатора Нижегородской области вручается Ирине Владимировне Гавриловой, начальнику отдела правового и информационного обеспечения администрации Первомайского муниципального района.